буш-пилотом я работал, правда, совсем немножко. Это, в принципе, чартерная компания, компании. Их много, они, в принципе, небольшого размера. Вот, набирают пилотов. Есть конкуренция между ними, естественно, как и во всем. Здесь мне пришлось поработать, ну, буквально одно лето только на Cessna 185 и Cessna 206. Вот, будучи инструктором, я тоже меня пригласили. И я работал, знаешь, есть штат такой, Айдахо называется. А вот в его центральной и южной части, там центральная такая долина, в принципе, равнина, да, хотя и такая высокая пустыня, можно сказать. Но очень много фермерства, очень много развито, особенно картофель. Вот. И животноводство, в принципе, штат такой сельский, можно так сказать. А провинция, да, Бойси, это столица штата. И вот там несколько таких компаний базируется. А штука в том, что, в принципе, центральная часть его штата и северная, очень такие живописные горные районы, можно даже сказать, такая нетронутая природа человеком, более-менее. И так вот, в этих горах там лыжные курорты, и летом всякая такая развлекаловка, типа рыбалка, охота, ну и корпоративы, просто вот так выехать, ну и семейные, естественно, развлечения, просто вот выехать на природу. И есть такая система небольших площадок, небольших аэродромов. Искусственного покрытия там нет, в основном вот такие вот грунтовые полосы. И там мы работали, возили туристов, ну и иногда какие-то грузы, иногда туристов с грузами, в основном такой экстремальный туризм, более-менее. И эксплуатировались вот такие вот маленькие самолеты, нужны были пилоты. Я пришел, небольшую такую ориентацию мне дали по нескольким площадкам. Полетал я, конечно, когда вот одно дело практиковать со студентами, с курсантами, вот эти все посадки на укороченные аэродромы, short field takeoff and landings, soft field takeoff and landings, вот это как бы в теории все, и когда на нормальном аэродроме пытаешься это учить, и они это делают. Но вот это одна сторона медали. А на практике, конечно, совсем другая. Когда раскисшая совершенно грязь и грунтовая площадка такая, или наоборот, очень короткая, и вокруг везде лес. Понимаешь, то есть нужно и туда зайти грамотно, и сесть, и потом взлететь. И туда, и обратно везешь довольно приличный груз. Туда работали с более-менее крупных аэропортов, типа Бойси, и Покатело, и Айдахо Фоллс, и Сан-Валли. Вот. И, ну, сколько там, ну, может, 40 минут, может, час иногда летишь. Естественно, топливо туда и обратно, естественно, загружен всегда полностью. Cessna 206 поднимала примерно 1800-1500 паундов. Там кресло пассажирские, вот пилот сидит впереди слева, рядом кресло можно садить пассажира. За нами ряд, там тоже два кресла, и еще ряд есть, тоже два кресла.
но еще и груз. Или, скорее всего, чаще всего была комбинация, когда столько-то пассажиров и столько-то груза. И вот быстренько считаешь вес, быстренько считаешь центровку, быстренько проверяешь топливо, масло, запиваешь в GPS-ку. Ну, там по погоде всегда какую-то справочку делаешь и вылетаешь. Летишь туда, площадки более-менее за 3-4 недели освоился. Естественно, все всегда на пределе, надо все рассчитывать. Жара не жара, то есть density altitude, это значит по-русски как будет, это значит, ну, влияние высокогорья на аэродинамику и мощность двигателя и так далее, грузоподъемность. Дожди были, не были, ветер оттуда или отсюда. И, естественно, вторых пилотов нет, всегда один. Туда привозишь людей, там какая-то есть координация, их там группами набирают, они уходят. А когда ты прилетел, развернулся, отдохнул немножко, покушал что-то, попил, может, в туалет сходил, и уже, естественно, заправка, не заправка, а загрузка уже отдохнувших туристов, обратно которые летят уже домой. И уже теперь выполняешь взлет. Полет обратно, вот этот большой аэропорт, более-менее большой, из которых уже они летят на авиалиниях. Вот такая была работа. Очень-очень интересно, очень отличные воспоминания. Знаешь, вот иногда люди говорят, я вот не могу работать, если работа тяжелая. Если жарко, или нельзя покушать, не заходить в туалет. Вот это я не могу. Или платят очень мало. Я вот никак это не могу делать. Вот иногда смотришь на таких людей и думаешь, сколько же в жизни вы потеряли? Вот честное слово. Понимаешь, сколько вы не испытали такого кайфа от такой, ну, тяжелой, да, работы, может, даже малооплачиваемой. Но у меня всегда родители приучали, что, ну, нет плохой работы. Понимаешь, платили все-таки хорошо. То есть буш-пилотом можно заработать, ну, от 50, может, такие вот минимальные. Если ты вообще ничего не умеешь, вообще ты нулевой, то может даже там только на жилье и на еду. Вот так. 2-3 тысячи в месяц. А если уже поднабрался ты опыта, уже ты понимаешь, и ты можешь летать безопасно, чтобы босс тебе доверял, ну, 60, ну, может, до 130-150 тысяч в год долларов можно заработать. Но это такие вот матерые волки, которые действительно вот могут сделать правильно, красиво, быстро, без происшествий, без убытков лишних. И вот они могут сочетать, понимаешь, безопасность, люди думающие, вот. И поэтому вот такого отношения, когда люди говорят, что вот я там буду вот в грязи вот в этой, без душа, с какими-то там непонятными условиями, с утра до ночи, зачем мне это надо? А вот мне было интересно, и мне было надо, и я очень рад, что у меня теперь получилось. И знаешь, вот в авиалинии, когда работают пилоты, летают, с некоторыми ребятами даже не о чем поговорить. Потому что они только в авиалиниях летали,
и ничего больше не видели и не испытали. И это, ну, грусть просто меня берет, когда я вот с такими говорю. Мне вот довелось очень много что потрогать и испытать, и полетать, и на своей шкуре, и с потом. И я очень благодарен. Вот. Ну что, смотри, вот, когда есть набор пилотов, такие вот компании, естественно, нужно как-то иметь знакомых, как-то знать, где посмотреть объявления, как-то, может, по имейлу, ну, что-то так. Но в основном это, конечно, просто языком, и это друзья, это вот сарафанное радио такое. Есть операции, ну, довольно экстремальные, да. Все мы знаем, все мы видели ролики на YouTube, когда буш-пилоты на Аляске. Вот Аляска очень... Ну, на Аляске без этого никуда. Там просто нет дорог, нет сообщения какого-то. Даже, может, даже вот жизненно важные грузы только авиацией перевозятся. На Аляске, если искать работу, там такая важный критерий такой, это Аляска Time. То есть, если у вас налет на Аляске, и если налета вообще нет на Аляске именно, то, в принципе, работу найти сложно, даже практически невозможно. А вот если туда поехать полетать, просто как частный пилот, понабрать немножко часов, какие-то кросс-кантри поделать и самому за это заплатить, тогда уже отношения потихоньку меняются. Но, естественно, нужна коммерческая лицензия. Если мы так о условиях приема на работу говорим, коммерческая лицензия, хорошо бы, ну, чем больше налет, тем выше, потому что опять для из-за соображений страховки, то есть пилота это нужно страховать, и самолеты нужно страховать, и всю эту операцию нужно страховать, чтобы если какие-то поломки, аварии, там постучать по дереву, катастрофы, чтобы все это было поглощено страховкой. Вот. Ну, опять вернемся вот к коляске, да. Большой плюс, если у пилота есть C-рейтинг, то есть возможность летать, навык летать на поплавках, да, на гидросамолетах. Есть самолеты чисто гидросамолеты, там их очень много. Есть самолеты только на колесах. Есть самолеты колеса лыжи, есть самолеты поплавки колеса. То есть вот такие вот все комбинации, чем ты можешь их больше покрыть, тем, соответственно, ты конкурентоспособна больше и больше. А двухмоторные самолеты, естественно, есть, турбометовые самолеты есть. Вот на Аляске вот так, зарплата немножко побольше, условия посложнее. Зимой на Аляске налет поменьше, работы поменьше, естественно, а летом очень много работы. Есть сезонные работы, буш-пилоты. Есть вот такие вот приезжие, они на зиму уезжают на юга, а зимой возвращаются, работают. Вот. Но у меня опять все было скромно. Во-первых, коротко, всего 4 месяца я где-то там поработал, и Аляски у меня не было. Я вообще на Аляске-то был всего 2 раза туристом просто так. А вот именно буш-пайлотом поработать вот довелось мне только в Айдахо. Жизнь. Мне помогли с жильем. То есть я жил еще с одним парнем, мы снимали дом. Комфортные очень условия. Питались сами, то есть магазин готовишь сам. С утра встаешь рано душ и позавтракал. И, ну, к 5-6 утра уже в аэропорт надо, да. Солнце уже встает, самолеты готовы. Как-то на день там босс всех раскидает, кому какой самолет. И уже сколько это, ну, какое-то расписание там уже формируется. Вот. Ну, выходишь на самолет, осматриваешь, готовишься, топливо, масло, GPS. Ну, иногда я двигатель прогонял там на всякий случай. Естественно, есть мандраж небольшой, двигатель-то один.
если он чихнет на максимальных оборотах на взлете или в начальном наборе высоты, ну, тут уже как кому повезет, да. То есть делал я проверку двигателя. В принципе, за техникой следили хорошо. Вот именно в нашей компании был у нас свой механик. Все инспекции рекомендованные и обязательные это точно делали. Вот даже рекомендованные делали. Вот. И встаешь в такую линейку, то есть ты уже готов работать. В принципе, работать можно вот весь день. Часов в 7 утра ты уже готов. И начинают, вот прямо видно, начинают садиться авиалайнеры от более-менее больших авиалиний. CRJ или 737 смотришь, прилетел, А320 смотришь, прилетел. Может, винты какие-то там, Dash 8. Прилетели, то есть народ уже выходит в терминал, там уже их встречают наши. На каком-то там транспорте, может автобус, может микроавтобус, может грузовик какой-то. И подвозит к нам на линию. Естественно, люди очень такие, в основном из больших городов, им в диковинку быть наедине вот так с природой. Они для этого все это и делают, естественно. Есть заядлые рыбаки, есть заядлые охотники со своей экипировкой. С рюкзаками, с ружьями, с удочками. Есть люди вообще экстремальные, которые просто в палатках останавливаются. А есть, естественно, вот такая система домиков, ну, lodges называется. И маленькие, есть и большие, cabins, то есть вообще маленькие, вот, которые, естественно, можно арендовать вот на время. Вот, и... Босс всех тусует, вот эти трое туда, вот эти двое сюда, вот эти пять сюда, вот груз такой-то. Вот. А благо, что груз уже был весь взвешенный авиалиниями, то есть нам было в принципе легко посчитать. И вот садишь людей, как-то пытаешься центровку определить, вычисляешь по диаграмме. И они, в принципе, через полчаса-час уже готовы лететь с тобой. Какие-то завязываются беседы, разговоры. Откуда, естественно. Ну, есть люди иностранцы достаточно часто. Вот я там из Монреаля. Я говорю, а я из России. Ух ты, блин, далеко. Вот. Есть люди очень состоятельные, есть простые. Ну, вот этот интересный момент такой, вот именно общаться, завязывать знакомство. Они с тобой как-то тоже роднятся. То есть для них ты же их везешь в такой экстремизм. То есть ты для них как бы герой. Да. Не просто там водитель такси. А вот именно навык вывести людей безопасно в такую глушь. Это очень уважаемое дело. Вот. Взлетаешь, мониторишь погоду, подходишь. Были полеты вообще очень короткие, а были вот так в пределах часа. По-моему, у нас было в районе 12 площадок. Вот так. 10-12, такие вот основные. Естественно, там нет никого, чтобы тебе доложить погоду. Только если кто-то из наших уже прилетел туда и сел, они тебе по радио могут объяснить. А так взлетаешь, в основном VFR, иногда в плохой погоде, более-менее плохой, мы тоже летали в облаках, тогда уже надо IFR, Flight Plan, и уже тогда летишь, говоришь с диспетчером, ну не суть, в общем, подлетаешь, дают снижение тебе, снижаешься. Всегда мы делали проход над площадкой вначале, потому что, ну, как-то посмотреть условия, естественно, а животные бывают, дикие животные, вот олени, очень много оленей, крупные, мелкие, ну, что-то поменьше, конечно, их не видно, как-то так уже надеешься, что шум двигателя их просто отпугает.
их действительно он пугает, потому что они хоть и дикие животные, но все-таки из-за присутствия человека более-менее, они на шумы уже реагируют. Это вот совсем дикие, и они не реагируют, потому что им, ну, в диковинку они такого никогда не видели. То есть вот так. Делаешь проход, оцениваешь ветер по деревьям, по кустам, по траве, по воде. Иногда есть водоемы, озера такие кристально-кристально чистые, прямо вот видно насквозь, мелкие, глубокие, неважно. Есть реки горные, живописная очень такая природа. Кому интересно, просто посмотрите вот горы в Айдахо, допустим, и, ну, красота, как наш Алтай, допустим, или Урал, и что такое. Вот, сделал проход, строишь коробочку против ветра, заходишь. Такой спортивный всегда заход, есть болтанка, с утра-то нет особенно, но потом уже в течение дня, в принципе, людей укачивает, есть болтанка, всегда возишь сумочки, пакетики такие рвотные, потому что все-таки на маленьком самолете, вот так, как бы люди не храбрились, тошнит часто, блюют часто. Вот чтобы пакетики было, прямо вот так десяток по самолету, в разных этих отделениях там. Вот, выполняешь заход. Естественно, если не получается сесть, зайти, уходишь на второй круг. И, в принципе, вернуться, если у тебя не получилось сесть, и вернуться обратно в большой аэропорт вылета, это не считалось чем-то плохим. Хотя у меня никогда не было, но в принципе нам босс всегда говорил, зачем ломать дрова, когда можно просто вернуться и подождать погоду и так далее. Это просто, ну вот говорят, капитализм, конкуренция, но на самом деле риска серьезного очень мало. То есть люди работают с головой. Вот. Дикого капитализма такого я здесь вообще никогда не видел. Очень осторожно все делают, с головой. Вот. Пытаешься оценить, уже получается какой-то глазомер, оценить, как, сколько пробег у тебя примерно займет, где деревья, где кустарник и так далее. Выстраиваешь заход. Надо садиться, надо приземлиться именно в той точке, в какой надо. То есть, если раньше было там какой-то более-менее вот здесь на тройку, здесь на четверку, здесь на пятерку. Надо всегда на пятерку в буш авиации. Садишься на пониженной скорости, буквально на сваливании фактически. Выравнивание должно быть сваливание. Самолет касается, выбираешь закрылки, сразу тормозишь. И потом вот так, пока энергия есть, стараешься вырулить на какую-то более-менее такую повыше площадку, чтобы там было меньше грязи, меньше водянистости. Значит, есть много площадок с уклоном. То есть они такие покатые. Иногда садишься в гору, иногда наоборот. Это все надо прикидывать, рассчитывать в уме, с опытом и со старанием это все растет. Вот. Если ты только летал на бетоне, на асфальтобетонных полосах, то, ну, тут как бы объяснять на словах бесполезно. Это нужно попробовать, и даже уже со временем уже видишь степень, насколько влажности, да, вот насколько вот эта поверхность влажная. Если она сильная влажная, она темнее. Если она меньше влажности, она светлее. Если она совсем сухая, вот в середине лета, если дождей не было там 2-3 дня, она совсем все высыхает, тогда вообще прекрасно. А вот реалистично так, это что какая-то будет вязкость, то есть заход он и короткий, short field landing, но в то же время само касание должно быть soft field landing. Вот. Паркуешься, выключаешь двигатель, помолился, поблагодарил Господа, что все хорошо.
И разгружаешь, там уже кто-то их встречает, допустим, грузовик какой-то или опять автомобиль, и уже их довозят до, ну, до cabin или до lodge, это, то есть домики в горах, где они там останавливаются. Когда приходит время вывозить, иногда порожняком туда летишь или обратно порожняком. Но это не суть, это и так все понятно. В голове проигрываешь обратно полет, да? То есть как вот выполнить взлет, может даже подождать, может ветер не тот, может дождь идет, может дождь кончился, что-то не так. Есть площадки только с одним курсом, то есть посадка туда, разворот и взлет обратно. Такое тоже бывает. Есть площадки довольно такие занятые, когда ты только сел, тут же еще кто-то садится, туда еще кто-то садится, уже кто-то взлетает. То есть более-менее такая загруженность есть, а пространства в принципе мало. Иногда смотришь, кто-то летит, и по радио мы общаемся, и говорят просто, ну негде парковаться. Они, естественно, спрашивают, когда у вас следующий взлет, то есть следующий вылет, departure. Да вот тут паренек загрузился, уже почти через 10 минут будет взлетать. Вот он взлетает, а этот крутится там и только потом садится. Такие тоже ситуации бывают в разгар сезона. Иногда мы конкурирующие компании, но всегда-всегда отношения друг к другу на высоте, потому что вот это безопасность полетов, это очень важно, чтобы друг другу, даже при очень серьезной конкуренции, никогда никаких претензий, как-то никак там таксисты какие-нибудь там в аэропорту, знаешь, в Тамбове, такие, ух, нет, все было очень цивильно, всегда все друг другу помогали. Я видел, сломался один парень на посадке. Я туда сел, разговорились. Он говорит, вот сижу уже 2 часа, жду запчасти. Я говорю, ну просто как могу я тебе помочь? Он говорит, да ничего, у меня все нормально, уже летят на выручку мне. Понимаешь, вот как бы как экстремальная ни была конкуренция, всегда надо оставаться человеком. Вот. Ну ладно, выполняешь взлет. Иногда спрашивают, были ли большие перегрузы? Нет, больших перегрузов не было. В принципе, всегда работали честно, всегда все рассчитывалось и подсчитывалось. Если перегруз, просто не берешь. Но нельзя, потому что вот опустил эту планку, и потом все начинается, ну как вот дикий капитализм, как в России было в 90-х, да, вообще никаких границ, вообще никаких расчетов. Это ведет только к катастрофам, и поэтому никогда никакого давления на тебя не было и нет. Ну и сам ты, естественно, должен иметь честность, чтобы вот соблюдать эти все правила. То есть я с перегрузом никогда не взлетал, никогда мне никто там не соблазнял никакими деньгами, ничего подобного. Люди уважают правила, уважают законы. То есть я говорю, у меня перегруз, я не могу взять. Или иногда делишь группу людей, или оставляешь какой-то груз. Я говорю, давайте я привезу вторым рейсом, заплатите за второй рейс, я вам привезу. Или можно просто вас пополам поделить. И тогда я полечу вот один рейс, потом другой рейс вас довезу. И все всегда с пониманием, без всякого давления, без всякого там мужланства или давай, давай, я тебе сказал, поэтому будешь делать. Никогда такого не было. Вот. Платили хорошо, платили нам, ну сколько, по-моему, в районе 70-60 тысяч, вот так, если на год пересчитать. Работа, ну да, тяжелая, в принципе. Потный, грязный. Дожди пошли, ты весь в грязи всегда, обувь вся всегда грязная, в сапогах весь день.
Ну, тяжело, особенно с непривычки тяжело. Иногда видишь ребят молодых, думаешь, вот тебя туда, тебе, наверное, не понравилось. Вот. Природа, конечно, изумительная. Свой свежий воздух, закаты, рассветы. Это просто кайф, это не передать. Животные дикие, да. У меня было оружие, я летал с ружьем и с боеприпасами, с сигнальными патронами. Какой-то НЗ там себе делал. Вода, продукты, чтобы если что, там, если какая-то вынужденная посадка, то ну, как-то выбираться более-менее хотя бы до какого-то там пункта или дороги, или где может вертолет сесть или самолет сесть. Вот так. Медикаменты какие-то там возил с собой. Ну, так, аптечка. Естественно, аптечка была для пассажира, для нашего общего использования. А вообще в самолете его вот две радиостанции, GPS. Техническое состояние прекрасное было, как я тебе уже сказал. Вот. Понравился это всем, предлагали мне оставаться надолго, ну, в принципе, и на всю жизнь, на всю карьеру звали, манили, обещали. Но, опять-таки, вот это не оседлая жизнь, для семьи это не так хорошо, поэтому я стал в деловой авиации потом летать. Ну, а потом уже пошел в региональную, потом попал вот в ведущую авиакомпанию. Только самые замечательные воспоминания. Очень много фотографируют люди, снимают видео. То есть я там на сотнях фотографий с этими совершенно незнакомыми мне людьми. Ну вот им в диковинку вот показать, что мы вот летали. Отрастил себе бороду. Вот. Такая шляпа у меня была ковбойская, полуковбойская такая для защиты от солнца. А следы от солнцезащитных очков всегда. Ну вот такая вот жизнь. Есть люди, остаются надолго. Ну, на всю карьеру. Полно видео можно посмотреть на YouTube и так далее. Надеюсь, ответил на твой вопрос. Посоветовал бы я, ты имеешь в виду вот нашим, которые хотят здесь работать, именно в авиалиниях. Я, ну, если совсем уж хочется приключений, то, конечно, если такая натура, если такая тяга есть к этому, я бы посоветовал. Но, в принципе, в авиалиниях на это смотрят, ну, немножко косовато, потому что налет есть, все понимают ответственность, все понимают, что ты чему-то там научился, но долго задерживаться смысла не имеет для авиалиний. То есть все-таки специфика работы совсем другая. Авиалинии – это работа в экипаже, это работа в любую погоду фактически. Это работа по строгому расписанию. Это умение ужиться с людьми. Это умение, когда тебя пассажиры видят, чтобы ну, как-то произвести хорошее впечатление. Да? А вот работа буш-пайлотом, это как бы не то, не то, не другое. Это ты всегда один, рассчитываешь только на себя. Неважно, как ты выглядишь, неважно, брился ли ты или нет. Неважно, как от тебя пахнет. Расписания особенного нет. То есть тебе доверяют, и нужно летать аккуратно. Если ты задержался на 15 минут, в принципе, никаких проблем. А в авиалиниях все-таки стараются выдерживать расписание, да? Вот. Если цель летать все-таки в авиалиниях, смысла стараться стать буш-пилотом особенного нет.
Хотя, если не получается нигде работу найти, ничего зазорного нет, чтобы полетать. Говорят вот иногда, ну ты как бы грузчик тоже, тебе нужно выгружать груз, когда ты его, да, выгружал груз, да, нужно выгружать груз. Ну что теперь? Развивай мускулатуру, всегда во всем есть позитивное. И так, чтобы вот как-то работа это как бы ниже меня, ниже моего достоинства. У меня никогда такого не было. Я, в принципе, никому не советую иметь такое отношение к любой работе. Будет, что есть что вспомнить. Это, конечно, совершенно верно. Вот честно говорю, летаю с ребятами молодыми, которые никогда, в принципе, ничего в жизни не видели. Закончили колледж, папа помог заплатить, всегда стремились в авиалинии, сразу попали в региональные, там минимальное какое-то время, и к нам. И, соответственно, уже такой гонорок и подход к работе такой, что вот я, мол, 12 часов рабочее время, я не хочу такие рейсы работать. Мне бы вот 8 или 5, мне бы вот только 2 полета в день, а если 3, это уже слишком много. Ну понимаешь, ну кому нужны такие люди? И вот такой вот подход к работе рано или поздно, он как-то выходит боком. Вот. То есть, ну как бы вот так, я бы посоветовал, но в то же время и долго работать буш-пилотом смысла нет, потому что плюсов ты себе не набираешь на резюме для работы в авиалинии. И в авиалинии вот я сейчас даю интервью молодым пилотам, которые к нам приходят. Я всегда смотрю, что вас мотивировало от шага к шагу, от работы к работе, от компании к компании. Если кто-то буш-пилотом работал, я вот спрашиваю, вот у вас буш-пилот 3 года, а потом вы перешли вот в эту компанию. Почему? Вот такой вопрос. И они, ну вот, зарабатывать больше или что-то еще. Это неправильная мотивация. Должна быть мотивация роста, чтобы ты стремился все более в авиалинии. Вот в это вот. Именно это мы пытаемся найти в людях, чтобы предложить им работать у нас. Слушай, ты меня поймал прямо в отеле. Я вот только что зашел, смотрю, ты звонишь. Ну смотри, самое главное, что тебе, наверное, скажут те, кто летал буш, это, что запомнилось, это свобода. Конечно, свобода в самих полетах. То есть ты взлетаешь, лететь быстрее, лететь медленнее, сэкономить топливо, сэкономить время, лететь повыше, лететь пониже, обойти грозу так, приземлиться здесь. Конечно, когда выполняешь полет, есть заказ, и нужно приземлиться именно вот в этом месте. Но иногда не получается, иногда на соседней площадке приходится садиться. Вернуться обратно может. Ну, вот степень свободы в выполнении полета именно, она очень-очень большая. Это вот дает такое впечатление свободы. Лечу, мол, как хочу. И когда летаешь в авиалиниях, когда летаешь на IFR Flight Plans, то есть всегда как бы так, меньше и меньше свободы. Ну, на таком простом пилотском языке, да? Вот. Ну, что еще? Коллектив. Конечно, рабочий коллектив, с которым работаешь, это люди особенные. То есть люди, психотип такой определенный накладывается, что люди, которым нравится такая работа, вот у них такой вот тяга к свободе, свободное мышление такое.
тяга, ну, к какому-то такому неподчинению, что ли, начальству, вот есть такой вариант. Тяга к природе, к свежему воздуху. Вместо того, чтобы жить в бетонном муравейнике в больших городах, они живут на фермах, они живут в лесу, в cabins каких-то, в маленьких домиках таких. Они говорят то, что у них на уме, понимаешь? Они тоже вот такие вот свободные люди, очень интересно с ними общаться. Я со многими сдружился очень плотно, никаких трений, никаких проблем на работе никогда не было. В коллективе, да, остановились. Ну вот смотри, есть такое качество в людях, да, есть люди физически сильные или физически выносливые, есть люди духовно сильные, а есть люди, и есть люди, ну, умственно сильные, вот mental toughness называется. Когда человек, грубо говоря, не нытик, он упорно делает свое дело, оставаясь в хорошем настроении, никогда не плачется, никогда не жалуется, принимает все как естественные ситуации, из которых нужно извлекать какие-то уроки и преодолевает трудности спокойно, нормально, даже с улыбкой, с чувством юмора. Вот это вот называется mental toughness по-английски. Извини, по-русски я уже не знаю, как сказать. Но вот все спецназы всех времен и народов, всех стран всегда в молодых людях пытаются вот развить вот эту эмоциональную, умственную силу, силу воли. И без исключения. Кто-то делает это лозунгами, кто-то просто ищет подходящих людей, у кого-то отсев, у кого-то как, все методы у всех свои. Но вот у меня папа был в свое время врачом в военной школе КГБ СССР во Вьетнаме. И они приезжал в Вьетнам, приезжал советский спецназ из ГРУ, из КГБ, и вот они проходили адаптацию на джунгли, на вот именно этот климат. И там жили, и там тренировались, и там общение, и там ужасно тяжелая работа физическая. И вот в них воспитывалась вот эта вот mental toughness. И сейчас в нашем обществе так этого не хватает. Потому что, ну, герой нашего общества это все-таки нытик. Это жертва. Жертва. Вот я вот такая жертва. У меня так все сложно. Раньше были герои и герои. То есть вот этот человек герой совершил героический поступок, этот человек совершил подвиг. А сейчас герои это вот нытики все-таки. Я вот так мне тяжело, вот я вот такой, может цвет кожи у меня такой, может у меня такой пол, вот родился я вот такой и так вот так мне сложно. Ну ты понял, да? Вот летая буш, я все-таки в таком коллективе поработал, где вот практически все очень сильные, очень выносливые люди в этом плане. И я вспоминаю эти уроки и вспоминаю, как меня жизнь научила, и хочу их беру пример вот с этих людей простых, сильных, работающих с утра до вечера в поту, в пыли, да, но с любовью к авиации, с такой чистой, чистой любовью к авиации и служению другим через свое любимое дело. Вот так, наверное, про коллектив. Конечно, это запомнилось, нанесло отпечаток. Скучаю по таким людям. Вот. И да. Смотри, вот была такая ситуация, когда босс наш получил контракт, связанный с животноводством, с производством мяса, говядины. И вот к нему приехали люди такие, обговорили все, заключили контракт, и я полетел вот, наверное, у меня самый длинный был полет в маленьком самолете.
по-моему, 5:20, 5 часов 20 минут, что-то в этом районе. И мы летели из Айдахо, из Бойси, в Южную Дакоту на одну из индейских резерваций. Вот в Америке с 1800-х годов есть такие земли, земельные участки, огромные по площади, которые государство дало в пользование американским индейцам. То есть, смотри, когда было заселение Америки, в принципе, был такой конфликт культур. Да, вот культура индейцев, коренных жителей Америки, она была такая своеобразная, что вот эта земля наша, вот от этой горы до этой горы, где заходит солнце, она наша земля. И когда пришли европейцы, они говорят, ну понятно, что она ваша, но вот этот участок можно мне, и этот участок можно мне в собственность. Потому что приехали люди из Европы, и в Европе преуспевающими были, конечно, люди с землей, с поместьями, которые эту землю могли арендовать, сдавать в аренду. Ну так, очень-очень коротко, если рассказать. Вот получился такой конфликт. То есть индейцы вроде говорят, пожалуйста, пользуйтесь этой землей, а потом они приходят, и вроде у них такое понятие собственности очень размытое. Они приходят всем своим племенем и говорят, ну это в принципе наша земля, и вы так можете здесь этим заниматься, но можно у вас погостить? Угостите нас чем-нибудь, можно вас переночевать, а завтра утром мы уйдем, а может послезавтра уйдем, а может послезавтра. И вот для европейца это конфликт, да. Для них это не конфликт, а для европейцев получилось такое трение, и мы все знаем, что были войны и так далее. И фактически их сместили с их земель, индейцев, и прошло заселение Америки, вот так, если грубо очень сказать. Но со временем в правительстве США действительно вот чувство такой вины было за ними. И дали индейцам какую-то часть их земель в их вечную собственность. Вот я летел с этим бизнесменом на эту резервацию индейскую, чтобы он там мог обсудить, обговорить. И они хотели заключить контракт с племенями. Или с племенем Чероки, по-моему, Чероки Indian Reservation, Шайен. Ну, неважно, не суть. Чтобы, соответственно, ну, брать на работу вот этих вот индейцев коренных и сделать там животноводческое такое, ну, фабрику, что ли, завод, делать бифджерки из говядины. Это такое сушеное мясо кусочками. Ну, не суть. Слушай, долго получается. Летим. Я рассчитал все несколько раз. Дальность позволяет на одной заправке. Погода, аэродромы, где какое топливо есть, где какого нет, на всякий случай. Рано утром мы взлетаем и попилили. Значит, наверное, вот да, это самый долгий мой полет был. Летим, разговариваем. В самолете есть СПУ, естественно, есть гарнитуры. Мы с ним за 5 часов, как практически родственники были, настолько близко знакомы, все обговорили, все проблемы и все успехи этого бредного нашего мира, все обговорили. Вот. На одной заправке я все-таки долетел туда. Ну, по дальности в районе 700 миль, 720, может, миль получилось. Погода на маршруте была не очень. Часть я шел в облачности по IFR Flight Plan. И на резервации там есть площадки, есть, ну, такой очень-очень маленький аэродром. То есть, фактически, на площадку, чтобы лететь, заполняешь Flight Plan по конечный пункт, у тебя просто широта и долгота. И вот я в эту точку прилетел, снизился под облака, получил погоду, там аэродром недалеко был, Pier South Dakota,
То есть эту погоду я пользую, хотя там удаление было примерно 50-60 миль, может, снизился. Закрыл свой flight plan, чтобы меня не искали, чтобы нас не искали. Короткая полоса, сели. Вот. И он меня взял с собой на вот эти вот переговоры с племенем. Мы сели, а я индейцев-то никогда не видел. Ну, слышал, читал истории, смотрел фильмы, вот эти старые ковбои-индейцы. Но, в принципе, культура мне была непонятна. Нас встретила такая делегация. Два парня там были, две дужки разодетые такие в перьях. Остальные, в принципе, в бизнес-костюмах таких, рубашка, брюки, туфли. А кортеж примерно машин, наверное, 5. И нас повезли на резервацию. И вот я первый раз, простой крестьянский парень из Сибири, увидел, что такое коренные американские индейцы. В принципе, люди, как нам смотрятся, ну, похожи во внешности. Что-то такое в них, ну, темная кожа, это понятно, лица такие продолговатые, склонность к полноте. То есть я сразу увидел, что люди, в принципе, такие полные. Ну, подумал так, ну, им, наверное, за 50 уже, они вроде как на таких постах в этом, вот, в этом племени, одни из руководителей, лидеры. Физически, думаю, работаю мало. Едем, едем, едем. Такой небольшой поселок. Дорог, в принципе, особенно нет хороших. Хотя, ну, где-то галька, где-то асфальт появился. Отвезли нас, ну, в такое вот здание административное, зашли туда. В принципе, все комфортно, все красиво. Знаешь, вот такой отпечаток остался, как посмотрел на людей просто на улице. И они такие, ну, ничем не занятые особенно. Увидел несколько людей подвыпивших. Прилетели мы, наверное, ну, 2-3 часа после полудня, то есть вот после обеда. И я так думаю, ну, что-то вот напоминает Россию немножко. Такие вот подвыпившие люди, молодые люди, группками иногда. Дети играют просто на улице. Особенных таких удобств не было. И у меня, конечно, мысли в голове. Вот как вот относится к коренным жителям Америки вот в современном мире, в США. Переговоры шли, в принципе, он им объяснил условия, он объяснил, что нужно, сколько он людей возьмет на работу, какие будут оплаты, какие условия. У них загорелись глаза, потому что действительно о них кто-то вспомнил, и им хотят помочь, чтобы были финансовый оборот в племени и так далее. Был у них юрист свой, женщина. Она, в принципе, она не была индейкой, да? Она такая просто белая женщина, ну, средних лет. И она мне потом сказала, что вот племя хотела юриста своего выучить, и они за нее заплатили, чтобы она закончила вот юридический университет и стала юристом. Но сама она вот из близкого здесь города, и она, ну, вот такая вот возможность у нее открылась в жизни, то есть получила образование совершенно бесплатно, с условием, что она вот отработает там 10 лет на вот это вот племя. Вот, очень умная такая женщина. Ну, в принципе, переговоры все получились, все хорошо. Поездили мы потом по резервации. Я вот с этой женщиной разговариваю, говорю, не могли бы вы мне объяснить, что вот, как вообще резервации существуют? То есть резервациям помогает государство и вычисляет им деньги. И вычисляем тоже также товары. То есть, будучи американским индейцем в Америке, жизнь, в принципе, очень легкая. То есть тебя обеспечивает государство. Там строится жилье, какое-никакое, но все-таки бесплатное жилье. Привозятся товары, ширпотреб, продукты,
который можно просто бесплатно взять и, ну, употреблять. Работы как таковой немного. То есть люди фактически вот им дают, и они потребляют это дело просто так от государства, потому что государство чувствует себя виновным, что вот так вот у них забрали земли. И к чему это все я тебе рассказываю? Вот у меня такое впечатление сложилось, знаешь, в России вот говорят, нам нужно, чтобы государство нас заботило, чтобы оно нам давало что-то, чтобы нам дали что-то, что вот наша нефть, дайте нам за это деньги, дайте нам квартиры, дайте, 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 чтобы получить что-то бесплатно. Но на самом деле, когда тебе что-то дают, что ты не заслужил, не заработал, это спираль вниз. И получается такая ситуация, зачем мне вообще работать, зачем мне вообще развиваться, если мне и так дают. То есть вот такой рабский менталитет, когда за 3 чашки супа в день люди, ну, просто вот становятся очень-очень ленивыми. И я это увидел вот в этих вот людях на улице, в этом поселке индейском. Так меня поразило, так это отличается от всей остальной Америки, что вот эти подачки от государства, они фактически уничтожают вот этот народ, вот эти племена. Вот молодые люди, люди средних лет, подвыпившие, пьяные на улице, просто вот ищут, чтобы еще где-то ухватить, чтобы еще где-то выпить. Вот эти вот бесхозные дети, стресс на лицах. Я подумал, да, вот это же все-таки от обеспечения. Правительство-то хотело как лучше, а получилось-то как всегда. Вот такой урок я из себя в жизни извлек. Никогда не нужно на что-то полагаться, на кого-то, что тебе что-то дадут бесплатно, и что-то требовать. Это такой тупик в жизни. Надо требовать условий, в которых можно тебе самому развиваться и зарабатывать. Без всяких знакомств, без всяких подачек, без всяких там обеспечения какого-то. Вот, это вот меня так задело до глубины души. Просто хотелось кричать. Чего вы здесь сидите, переезжайте вот в ближайший город, живите американской жизнью. Не своей социалистической, с подачками, а американской жизнью. Развивайтесь, учитесь, получайте образование, получайте работу. Вот так вот, с таким осадком в душе мы летели обратно. А потом, в течение нескольких, 2-3 недель, такой контраст получился. Контраст. То есть я прилетел, босс говорит, слушай, у нас еще тут по поводу животноводства новый контракт. И нужно повозить менеджеров из сети магазинов Whole Foods. Есть такие магазины в Америке, Whole Foods называется. У них такой бренд, они продают чистые продукты без пестицидов. Ну, стараются, без пестицидов, органическая еда вот такая. Включая и мясо, которое бы, животные, которые бы выращены на натуральном корме. То есть трава, ну, поля, лето, весна, осень. То есть такие животные, ну, как было 200-300 лет назад, без антибиотиков, без пестицидов каких-то, просто вот так в поле коровы едят эту траву, и потом, соответственно, это мясо используется вот именно в этих магазинах. И у них такая марка, что вот наше мясо такое чистое. И босс говорит, слушай, к нам прилетает 20 человек, делегация, и нужно их подобрать и повозить по местным ранчо. Ранчо, ну, животноводческая ферма, именно с таким большим участком земли, где выращивают коров, их перегоняют там с места на место. Есть ковбои, которыми этим занимаются, ранчеры, которые, в принципе, владеют вот этими фермами. И на них есть площадки, и вот этих людей из Whole Foods нужно повозить по этим площадкам, чтобы они посмотрели, какие-то переговоры провели, какие-то контракты заключили. Вот такой заказ у нас. Я говорю, конечно, босс, хорошо, сделаем. Дают нам географию полетов,
куда, когда, какие площадки. И мы вчетвером мы все перелетели в Idaho Falls, туда прилетел самолет с ними, деловой, корпоративный, всех их там выгрузили. Ну, такие люди городские, естественно, из больших городов, по всей стране фактически. И вот у них такая цель, именно полетать по Айдахо и посмотреть вот эти ренчеры. Ну, мы их, конечно, как-то боссом разделил, по два, по три, по четыре. Я взял своих, загрузили их вещи. Кто-то помоложе, кто-то постарше, кто-то уже был, кто-то первый раз вот на этих ренчах. И мы полетели. Значит, примерно сколько, 10 дней, может, 8 дней вот это все продолжалось. И вот мы взлетаем, летим, площадка здесь, садимся, там примерно, ну, полдня, может, там 4-5 часов вот они походят, посмотрят, их ренчер там все показывает, как идет операция, живнос, как коровы растут. И, соответственно, мы с ними, вот эти четверо нас пилоты, мы такие, раз, в конце там пристроимся, и вроде как это, экскурсию нам такую дают. И я вот посмотрел, как можно, чего можно добиться, если нет подачек от государства. Вот эти вот гордые, сильные, независимые люди, фермеры, ренчеры, ковбои, у которых нет подачек от государства, нет бесплатной еды, нет бесплатного алкоголя, нет бесплатных там домов каких-то покосившихся. Как они живут? И живут они прекрасно, работают много, зарабатывают очень хорошо. Все чистенько, все красиво на ранчо. Как я увидел этих коров? Я вообще человек городской, но я в деревне-то был, в России, в Сибири у нас. Видел наших коров, но вот эти коровы так меня удивило, поразило. Они, конечно, порода специальная, они на мясо выращиваются. Настолько вот они, ну, как сказать, ухоженные, красивые, сильные. У них там правильный рацион, я не знаю, это же целая наука. Но стадо коров я когда увидел, я просто вот не мог на них наглядеться. Там пару быков, коровы, и подумал я, да, вот. Увидел я ковбоев настоящих, поразговаривали мы, потусили, там они нас кормили, конечно, показывали экскурсию. Заканчивалось это все за столом, ланч или такой ужин. Меня так удивило, совершенно все безалкогольно, никто не курит даже. Люди вот такие сильные, независимые, они понимают, что это бизнес, что это вот переговоры, что надо показать, какая у нас операция, и может быть им понравится, и у нас будут покупать вот эту говядину. Вот. Такой контраст меня поразил, как вот на индейской резервации, которым правительство занимается и правительство финансирует, и как на частной ферме, когда никто не финансирует, а сами люди развиваются. Какой контраст, какие у них на ранчо были дети, ухоженные, спортивные, рабочие, с улыбкой на лице, близко к животным, конечно, много лошадей, много вот такая ковбойская жизнь, на свежем воздухе, работают с утра до ночи, но зарабатывают, видно, что очень хорошо, видно по территории, по машинам, по домам. Вот такой контраст меня так поразил, что все-таки надо правительство, власть иметь маленькую, и надо людям дать развиваться, создать нормальные законы, условия. И тогда в любой стране, в любых условиях можно развернуть эту экономику там за несколько лет на развитие. Вот.
летим между площадками, обсуждаем это все. Конечно, познакомился близко вот с этими менеджерами. Все-таки мы летали вместе вот несколько дней. В полете у всех гарнитуры, конечно, есть СПУ, интеркам, то есть можно всем общаться, всем поговорить. В принципе, площадки были сложные, были маленькие, незнакомые для нас некоторые. То есть летишь, так сделаешь проход, где провода, где линии ЛЭП, где, может быть, дорога, машины какие-то идут, может, животные. И потом мы все вот садимся, там уже ждут. Вот это гостеприимство такое простое, сельское, да? Люди с открытым сердцем принимают тебя. Ну, в них очень мало зла, в них очень мало зависти. Люди просто живут своей жизнью, развиваются, вот эти вот фермеры. Ковбои, некоторые из них были такие сезонные, то есть они зимой-то живут, в принципе, в городах, некоторые даже в больших городах, а вот летом выезжают и работают, и зарабатывают прилично, вот, ковбоями. А занимаются вот этими стадами, этими животными, с собаками, вот, на лошадях, естественно, с оружием, да. В принципе, ну, практически как в кино, было оружие от волков, от всяких там вот ситуаций. Свободолюбивые, такие сильные люди, вот с этой mental toughness тоже. Только наилучшие воспоминания об этом.